В Ираке за членство в ИК осудили 17-летнюю немку. Девушка из ФРГ приговорена судом в Багдаде к 6 годам лишения свободы за членство в террористической организации и нелегальный въезд в страну. Суд в Багдаде приговорил 17-летнюю немку Линду В. к 6 годам лишения свободы. Из них 5 лет тюрьмы присуждены за членство в террористической организации «Исламское государство» ИК и еще 1 год за нелегальный въезд в Ирак, сообщили в воскресенье, 18 февраля, немецкие СМИ. Линда, школьница из саксонского Пульсница, вместе с несколькими другими немецкими женщинами попала в плен летом 2017 года, когда иракские войска отбили у ИК город Мосул. Она исчезла из дома летом 2016 года вскоре после того, как приняла ислам. Одна из немок родом из Мангейма в январе текущего года была приговорена иракским судом к смертной казни. В настоящее время Федеральная прокуратура ФРГ ведет расследование в отношении Линды В. и других женщин из Германии по подозрению в участии в террористической организации. Однако, в Германии им, скорее всего, не грозит судебный процесс. Немецкая юстиция придерживается мнения, что женщины, в отличие от мужчин, которые давали клятву на верность и участвовали в боевых действиях, не могут быть осуждены за участие в террористической организации лишь потому, что присутствовали в регионах, находящихся под контролем ИК. По данным иракских правоохранительных органов, в стране арестованы 509 женщин иностранного происхождения с 813 детьми, из них около 300 родом из Турции. 18 февраля в Багдаде за членство в ИК были осуждены еще 12 женщин, из них одна приговорена к смертной казни и 11 к пожизненному заключению. На суде большинство из них утверждали, что были принуждены мужьями приехать в Ирак и присоединиться к ИК. Ранее сообщалось, что в Германию из регионов боевых действий в Ираке и Сирии вернулись около 50 исламисток. В Ираке повесили 38 боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды. Источник. Русская служба DW. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.